В Дагестане деньги от штрафов за нарушение правил дорожного движения пойдут на ремонт дорог. Около 700 миллионов рублей будут потрачены на обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана. Совещание по вопросу функционирования систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Дагестана состоялось в правительстве республики. Штрафные деньги будут направлены на расширение автодорог, установку светофоров, разделительных ограждений и систем управления дорожным движением. По официальным данным, на территории Дагестана установлены и работают 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.